Приветствую, ребята! Сегодня мы будем играть в игру под названием Mario Party Island Tour. И давайте приступим. Да, я играл в европейский версию, так что будет все на русском. Чтобы вы не переводили, тут ничего. Ладно, погнали, ё-моё. Ну и шо мы только на четвертом гребе там? Все, звезда. Ага. Это все оно. Я главный ведущий и все тебе здесь покажу. На этом острове есть много захватывающих игр, в том числе и увлекательных мини-игр. Опа, коллекция. Получай очки Mario Party и собери полную коллекцию пузырей. Покори высокую башню. Побеждаю в мини-играх. Получай очки Mario Party за победу в мини-играх Street Pass. Тебя ждут 7 увлекательных игр, в которых потребуется мастерство и немного удачи. Борись за победу в самых разных мини-играх. Давайте покорим башню Боузера, ведь тем более сюжет там. Еще покорим, пацаны. Выбери героя. Давайте выберем Бу. Мишка. Давай. Ну а вот и наше родное. Ну да, мы сегодня будем играть уже сюжет башни Боузера. Не, ну все так весело, ну реально. Весело от души. Ну вот и Боузер, главная скотина всего. Увидев, как наши герои веселятся на острове развлечений, Боузер пришел в ярость. А почему бы и мне не устроить вечеринку на острове развлечений? Ох, магия сушукает. Нихрена себе башня! Сказано, сделано. Он соорудил жуткую башню в одном из живописных уголков острова развлечений. И название я уже придумал. Башня Боузера. Страшно, правда? А еще я окружу свою башню пузырями. Боузер заполнил башню ужасными созданиями из пузырей. И это было совсем не весело. Немного более страшного на острове никогда не случалось. Ну шо, Бу? Время все отколупать, что Боузер сделал. Увидимся ли наш... Удастся ли нашим героям победить Боузера и спасти острова развлечений? Их приключения в башне Боузера начинаются. Кстати, да, если вы меня, ребята, не слышите, то читайте диалоги, которые как раз-таки на русском. Я уже повторил. Пипец, какая башня! Башня Боузера. Стой, Бу, подожди! Я слышал, ты отправляешься в эту ужасную башню Боузера, поэтому и побежал вслед за тобой. Я думаю, тебе понадобится моя помощь.
Здорово! Давай проучим обитателей этой башни. Покажем им, где раки зимуют. Зашибись! Это ни хрена себе! Ко мне посетители, двери башни Боузера всегда открыты. Заходи, Бу. Собирайся на самый верх. Если хватит, если сил хватит. Но учти, я ни за что не перестану пускать пузыри. Подданные, окажите-ка нашим гостям теплый прием. Зашибись, ребята. А что там на дверях? Это мини-игры, да? Ё-моё, это... Это пузырчатые клоны Марио? Какого фига? Марио? Ах, это всего лишь один из фокусов Боузера. Если проиграть в мини-игре, то вперед хода не будет. То вперед хода нет. В какую мини-игру сыграть? Так, ну тут у нас есть выбор. Либо космический куб, либо скоростной спуск. Давайте скоростной спуск. Давайте космический куб. Ну давай. Движение, прыжок, удар о землю. Выполни удар о землю на белой платформе, чтобы она стала твоего цвета. Зашибись, блин. Ага, понял. Начали. Отлично просто. Так зашибенно. Давай, ёпар, сатэ! Давайте твою налево! Мы должны выиграть! Куда на мои цвета прилетел, сволочь? Так. Опа, попа, жопа! Блин. Ну, зато я победил! Даже на русский перевели твою налево! Зашибенно! Все, победа в космическом клубе. Ну шо? Все, космический куб пройден. Открыта дверь. Так, дальше. Вторая мини-игра. А можно это как-то... Это... Так, ладно. Оу, это еще что? Так, кто там дальше? Опять колонимары, вы что, издеваетесь? Ладно, мы уже знаем, как с ними справляться. Вступаем в битву. Вышел зайчик. Сложи картину. Давай сложи картину. Так, передвигай фишки стилусом. Быстрее всех правильно сложи три картинки. Стилус у меня есть в виде пальцев, так что готов. Начали. Давай. Зашибись. Зашибись, блин. Все. Но это было легко и быстро. Зашибись, ёпара сатэ. Все, бан. Что мы все сделаем быстро? Зато я могу быстро.
пора достать вред от Рон Боузера. Интересно, что тебе уготовано в моей башне будет? Вред на трон Боузера все покажет. И блин. Чего? Ну как и нравится, шуруй на первый, на один этаж вниз. Даже не представляешь, какое это удовольствие смотреть, как ты катишься назад. Давай посмотрим на это с другой стороны. У тебя есть возможность побольше играть в мини-игры. Ну ты скотина, Боузер! Ну теперь, блин, мне придется пройти. Все в порядке, Бу? Не время раскисать. Продолжаем путь. То есть мне придется пройти уровень с картинами еще раз? Ну ладно, я в этом спец. Давайте. Начали. Здоров. Ага. Все. Ну все. Бым-бым-бым-бым-бым-бым. Бара-бара-бара. Все, теперь точно на третий этаж. А то и сидеть на втором больше не нужен. Я уже не хочу. Ага, вот дальше какие у нас мини-игры. Опять клоны Марио из пузырей. Ну погнали. Нет. Ладно, сыграем в это. Прыгай с платформы на платформу. Как можно быстрее доберись до цели. Ой, бля. Чё? Понял. Я понял, женщина. Ну не надо! Да я уже дальше всех, алло! Все! Да вы, бля, охренели?
Все. Зашибенно. Все, победа. Так, ребята, помним, не проигрывать, а иначе дальше мы не прорвемся. Что там у нас? Это еще чего? Что там у нас? Чего? В смысле? Похоже, это Дейзи. Нет, это двойники. Просто жуть. Зашибись. Клоны Дейзи теперь появились. Ладно. Давайте уже. Лёвкал, обходи препятствия. Или иди как можно больше гумбы до финиша. Ага, то есть важно то, чтобы гумбы не померли, пока мы доходим. Ага, вот как делается. То есть губы только и делают, что идут за мной. Охренеть. Начали. Ага. Я уже представляю, как эти клоны Дейзи теряют свою гумбу. Реально, вы посмотрите, как они теряются. Особенно у красной. Особенно у Дейзи красной команды. Главное мне своих-то не потерять. А у меня и у Дейзи зеленой команды все сдержано. О, теперь у меня больше. Но важно добраться до финиша. Но важно мне добраться до финиша, не потеряв ни одной гумбы. Ни одного... Не потерять ни одного гумбы. Вы издеваетесь. У них вообще ничего не осталось. Реально, у них ничего не осталось. Я со всеми гумбами, блин, пришел. А у желтой вообще ничего. Я со всеми гумбами пришел. Алло! Реально, я со всеми пришел. Все, победа. Кошмар. Зашибись, блин. Ой-ой-ой. Это же гумба башня. Спасайся, кто может. Ничего себе. Бу, против гумба башни. Похоже, все гумбы... Тупо разослились за наш прошлый прием и решили нас загреться. Зашибенно. И,
Победи гумбу башню, бросая в гумбу яблоки. Ага, то есть бета подбирать или же бросить яблоко. Вижу вы как всегда на стике. Погнали! Кстати, да, ребята, все мои видосы будут заканчиваться на боссе. Вы что, не понимаете? Вот это гумба башня, звездец! Зашибись! Ну что, погнали! Так. Да ну ё-моё! Воу! Странно, что они не могут удержаться таким образом. Но это ж гумба, им всё позволяет. Ну ё-моё, что за косово? Все. Мне босс разозлился, твою налево. Сайда, мы забываем про рубрику «Все боссы». Это игра про Марио Пайпер в том числе. Зашибись. Их тут еще больше. А тень тупо там выбирает. Тени этих бомб реально беспечивают. Не-не-не-не. Упали. Ограниченное место, сам понимаете. Куда? Спидран, ё-моё, спидран пошёл. Всё. Победа, ё-моё. Всё. Доступна в свободном режиме. Теперь тебе доступна игра «Победи гумбу башню». Зашибись. Ну что? Отличная работа, Бу! Я в тебе не сомневался.
Давайте, сохранимся и выйдем. Опа. Ну, по сути, мы уже на 6-м этаже. На этом, ребята, мы и закончим. Если вам понравилось видео, ну и сама игра, ставьте лайки и подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока!